Окей, продолжаем. В этом уроке мы будем делать для этого объекта огнетушителя развертку, UV развертку. Для начала давайте спрячем вот этот PureRef, он нам не нужен пока что. Так, и создаем материал. Так, применяем его. Такой вот материал. Такими тирами тонами клеточки, чекер тайлингом 16 на 16. Давайте объясню, почему у меня такие цвета. Так, давайте цилиндр. И вот, когда работаешь очень долго, то и глаза устают, и если у вас чекер будет такой сильный контраст, то есть черный и белый такой, вот у вас глаза будут уставать быстрее и как-то устанете быстрее. Вот, и я решил для себя, что я буду использовать вот такой материал, вот таким чекером. Вот, ну, поверьте словам опытного человека, вот так будет намного лучше. Так, давайте начнем. Для всех объектов можно применить данный чекер. Вот, и давайте начнем с самого большого объекта. Цене. Вот основная часть огнетушителя. Так. Так, развертка. У меня он вот здесь, Unwrap UVW. Вы можете его найти здесь. Вот. Правой кнопкой мыши, вот сюда. Так. Так, Open UV Editor. Так, надо нажать Remove Texture, тогда появится чекер, который используется на объекте. Так, теперь нужно сделать следующим образом. Тут надо будет разделить вот эту часть, ну, как бы. Вот эта часть будет отдельно, вот это отдельно, вот эти полоски отдельно сделаем, и низ тоже отдельно сделаем. Так, попробуем flatten mapping, посмотрим, что из этого получится. Вот, в принципе, нет, мы так их не будем оставлять. Так, и найдем вот эту часть. Включаем деление сегментов, элементов. Теперь так, вот эту часть надо найти. Вот, так как вот это будет лицевая сторона, где будет принт такой с инструкцией, вот поэтому надо его сделать в центре. Выделяем вершины, вот, stitch selected, вот так, выделяем грани, где находится эта грань, кажется, он повернут на 180 градусов. Вот. И надо исправить. Еще раз. Stitch selected. Вот. И идем дальше. Stitch selected. Stitch selected. Вот, в принципе. Можем разделить вот здесь, где невидимая часть будет. Поэтому давайте вот здесь выделим вот эту грань и брик. Тогда можно выделить вот этот сегмент и соединить вот так вот. Stitch. Вот так вот. Угу. Тогда шов особо незаметен будет. Вот, теперь давайте займемся этой частью.
Вот она. Повернем вот так вот. И хоп. Stitch selected. Так, кстати, тут надо сделать брик. Потому что тут мы будем скрывать. Так. Так, нет. Вот если вот так вот соединим. А хотя нет, нормально получилось. Я просто боялся, что она будет криво соединена. Вот. Так, вот. О, закончили. А теперь верхняя часть вот эта. Мы сделаем это следующим образом. И конвертируем выделенные в полигоны. Так, select convert edge to polygons. Почему не работает? Так, кажется, так не работает. Так, 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 так. Выделим через вот так вот. Сперва надо отключить вот этот ignore backfacing. И так выделять. А, нет. Полигоны. Вот так вот. А, делаем быструю развертку. Это Quick Planar Map. Вот. И сдвигаем сюда. Окей. Так, вот эти полоски. Так. Как можно сделать? Нет, так не работает. Так, 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 так. Опять-таки надо вот так вот посмотреть. Выделить вот так вот. Обе полоски. И нажать на плюсик вот здесь. Вот. И теперь их сдвинуть сюда. Вот. Готово. Теперь сделаем соединение в этой области. Поэтому делаем следующее. Так, вот здесь вот сделаем брик. Брик. Так, выделим вот эту часть. Да, видно, что надо повернуть на 180. Так вот. Так, следующее. Соединяем. Stitch selected. Ой, тут надо будет побольше места. Вот так вот. Stitch selected. Stitch selected. И stitch selected. Так, кажется, я неправильно делаю. Давайте посмотрим, почему. Потому что вот эти верхние полигоны, вот эти и вот эти нижние, я бы тоже хотел соединить с этой частью. Поэтому я хочу сделать следующим образом. Так. Хочу делать по-другому. Так. Для этого я пока отключу вот это окно. Включу режим. Режим такой. Выделяем линии, которые хотим мы разрезать. Вот так вот. Вот эти два. Loop. Вот они. И выделим вот так вот. Вот так вот. Угу. Так, кстати. Делаем
Convert. Вот этот convert age selection to sims. Это делает, указывает, где будут вырезаться UV-шки. Вот, они должны стать голубыми. Вот так вот. Так, внизу то же самое сделаем. Loop. Тут тоже надо выделить. И конвертируем. Вот, все. Теперь будет гораздо легче делать развертку. Выделяем полигон один. Нажимаем сюда. И нажимаем вот Pelt Map. Вот. И нажимаем Start Pelt. И нажимаем Start Relax. Останавливаем. Commit. Вот. Commit значит применить. То есть будем использовать такую развертку. Так, нажимаем Quick Peel. И готово. Так, внизу то же самое, то есть не конвертируем пока ничего. Если мы сконвертируем, то вот эти голубые линии, вот эти, которые помогают развернуть UV-шки, они исчезнут. Вот, так, выделяем один полигон внутри вот этого замкнутого сегмента. Так, и нажимаем вот эту кнопку, Pelt, Start Pelt. Relax. Нажимаем commit или stop, потом commit. Нажимаем quick peel. Все, готово. Так. Следующее. Это нижняя часть. Да, вот это. Выделяем вот этот полигон. Нажимаем grow. Так, и... Так, в принципе, мы можем вот этот полигон сделать вообще отдельно, то есть отсоединить отсюда, detach, то есть полигон выделили, правой кнопкой мыши, detach, так вот. Теперь нажимаем grow, вот, исключаем вот этот полигон, который мы отсоединили. И вот эти полигоны мы делаем отдельно. Так. Есть быстрая развертка в виде цилиндра. Вот она. Для выделенных полигонов. Нажимаем на нее. Так. То есть ось выбрана неправильно. Давайте выберем Z. Окей. И... Нажимаем. А, то есть отключаем цилиндр map. Вот теперь можем переместить вот эти UV-шки в сторону и указать правильную часть. Вот здесь должна быть стыковка. Выделяем линию. Вот она. Вот эти три надо выделить, сделать брик и соединить вот здесь. Stitch selected. Вот так вот. А нет. Простите, почему не получилось? А, потому что тут вершины раздельно стоят. Давайте я покажу, почему. Вот. И вот. Это вот эта зеленая линия сигнализирует о том, что тут вершины не соединенные. Так, выделяем вот эти вершины, делаем weld selected. Все, теперь готово. Тут готово, тут все правильно. Stitch selected. Все готово. Так, вот эта часть тоже готова. Мы можем просто взять и соединить с этой, ну, с этим полигонами вот так вот здесь select, хотя нет, тут UV-шка, видите, вот немножко снизу сужается, и это вызовет какие-то искажения текстуры, поэтому
не будем использовать так пока что. Так, что у нас осталось? Это вот эти части. Так, также выделим полигоны вот эти. Мы можем выделить таким образом. Даже так можно выделить. В принципе, особо как бы не будет такой. Потому что вот эта часть, она маленькая, и она покрыта всякими объектами. Так что особо там искажение текстуры не видно будет. Бросаться в глаза не будет. Поэтому делаем следующее. Выделяем вот эти полигоны. Вот, и нажимаем цилиндр. Так, Fit нажмем, вот, и ось должна быть позаду, и давайте посмотрим, где у нас идет стыковка. Стыковка сигнализирует вот эта зеленая полоска, но нам нужно, чтобы зеленая полоска была вот здесь. Вот. Для этого включаем Rotate и поворачиваем. И вишка тоже меняется. Так. Поставим вот так вот. И готово. Отключаем цилиндр. Cylindrical map. И вот эти опять, видите, вот зеленые полоски. Это знак того, что тут вершины не соединенные. Так, это надо исправить. А хотя, подождите. Тут есть у нас. Вот. Так, а тут немножко надо исправить. Для начала. Так, надо выделить вот эти все полигоны. Нажать Quick Pill. Вот. И вуаля. Вот эти полигоны теперь развернулись. Более нормально. До этого было. Давайте посмотрим, как до этого было. Они были растянуты. Вот текстура была бы тут так жестко растянута. Поэтому тут надо выделить вот эти полигоны, нажать Quick Pill. И просто выровнять вот эти вершины. Stitch Selected. Поставить ближе к вершине, с которой она должна соединиться, и нажать просто Stitch Selected. Так, тут можно Relax уже не делать. Давайте посмотрим. Ну, можно, в принципе, и делать, оказывается. Давайте еще. Не для всех, а для выделенных. Edge. Ну, давайте посмотрим. F2 нажимаю, чтобы убрать вот этот выделение, этот красный цвет. F2. Так, и вроде нормально. Ну, пускай криво, ничего страшного. Так, и вот это что такое? А, вот эта верхняя часть. Вот эту верхнюю часть, в принципе, можно удалить. Давайте удалим потом. А вот это остается. Так, теперь можем конвертировать объект. Опа. И вот эту часть удаляем. Так, так вот сделаем. Давайте зайдем еще раз в развертку. И надо нажать здесь Pack Custom. Вот. Теперь они запакованы более правильно. И так, тут мы забыли сделать relax вот здесь вот. Давайте переместим сюда и сделаем, можем сделать quick peel.
что делает, в принципе, как бы финальный результат нормальный тоже. А, нажимаем пак. И готово. Так. Что тут не так? А, вот видите, вот это должно соединиться с этой частью. Да. Stitch selected. Готово. И еще раз пак. Remove. Вот. Все готово. Теперь конвертируем и переходим к остальным объектам. А это мы рассмотрим в следующем уроке.